Сегодня мы находимся в Санкт-Петербурге, в музее Императорского фарфорового завода. С вами сегодня я, Илья Калашников, на волшебстве керамики. Здравствуйте! Приезжайте, друзья, ко мне в гончарную мастерскую на новогодние праздники всей семьей. Мы полепим, покрутим и познакомимся с гончарным делом. Также скоро будет гончарный интенсив у нас. Это пятидневная программа по освоению гончарного искусства. Будем лепить кружки, крышки, горшки, кувшины и соберем вот такой замечательный чайник. Ну а также у нас будет трехмесячная гончарная школа по выходным, 12 занятий. И кроме всего прочего, мы еще будем делать закрытые формы, лепить квасники, вот такие торы, и прикоснемся к разным видам обжигов и современной керамики. Все программы, даты и условия смотрите по ссылке в описании к этому видео. Императорский фарфоровый завод. Магазин, галерея, музей. Давайте под музыку посмотрим экспозицию музея.
Лепите, друзья, из сказочной и волшебной глины. А с вами был я, Илья Калашников, из Санкт-Петербурга, музей императорского фарфорового завода. Приезжайте на волшебстве керамики. До скорых встреч! Цеплен человек, из глины же навек, теперь крутить из глины можешь сам. Не пожалеем сил, перевернем весь мир, и слава, 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 слава гончарам, и слава, 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 слава гончарам.